Специальное предложение только сегодняшнего дня. Итак, внимание. Платье Глори. Сегодня на него действует максимальная скидка, Свет, 1600 рублей. Но вот ты, как специалист, как стилист, да, вот скажи, пожалуйста, такое платье в магазине сколько бы стоило? Ну, я точно знаю, что такие платья, во-первых, модные сегодня и очень популярные. Женщины активно начинают приобретать платья типа футляр. А стоят в магазинах Москвы такие платья от 5-6 тысяч. О, 5-6 тысяч рублей. Не называй такие суммы больше никогда. Ты меня спросила. У нас 2999 рублей с отличной скидкой только сегодня, не пропустите. Ты знаешь, у этого платья есть какая-то тайна. Смотришь на него и думаешь, вроде бы простой крой, но какое-то оно особенное. Это бренд SKS, стиль качества и совершенства. Когда дизайнеры делают акцент на ярком украшении, а в данном случае это принт, платье можно уже ничем не дополнять. Я обожаю такие самодостаточные вещи. И мне нравится, что сегодня дизайнеры бренда SKS предлагают платье Glory в 4 расцветках. Оля выбирает для себя оттенок сирени, очень приглушенный, богатый. Можно назвать, что это размытая слива. Для тех женщин, кто любит цвет морской волны, бирюза, видите и обратите внимание, что в платье Глори есть у нас и оттенок бирюза. На Ольге оттенок сирень. Еще платье, которое мне понравилось очень, это темно-синий цвет. Сейчас наш режиссер все покажет. Темно-синий цвет очень хорошо будет смотреться с украшениями, серьги, кольца, золотые или серебро и сапфир. Классическое черное платье, которое когда-то провозгласило Коко Шанель как номер один в списке гардероба каждой модницы, сегодня бренд SKS дополнил цветами, самым модным принтом нового сезона. Размеры от 48 до 62, милые наши пышные красавицы. Как мне хорошо от того, что и для вас есть предложение. Я просто понимаю, что если вы живете, тем более в маленьких городах, если вы выходите в ближайшие магазины, там нет ничего нормального. Там все маломерит. Иногда вы идете в ателье и шьете на заказ красивое платье. Вот, готовая вариация. 2999 рублей. Главное преимущество нашего наряда не столько дизайн, сколько стройный силуэт. И сейчас я вижу, как активировались многие модницы, которые желают постройнеть. Кто-то стройнеет весна-лето, а кто-то стройнеет в сентябре. И я хочу сказать, что это платье идеальное решение. Давайте посмотрим на типы наших фигур, на наших девочек. И мы сейчас увидим полную картину. Платье Глори на Евгении, на Татьяне Бабуровой, на Ольге Грядуновой. У каждой из девчонок свой тип фигуры. На Евгении у Жени прямоугольный тип, у Танюши тип фигуры груша, а Оленька обладательница пышных форм и тип фигуры яблочко. Но обратите внимание, платье, фасон футляр. Казалось бы, платье, которое раньше сковывало движение, сделанное из костюмной ткани, сегодня подарило вам новую жизнь. Смотрите, Ольга Грядунова постройнела до 48-го. Да. Таня постройнела тоже до 48-го. Девочки просто тают на глазах. И мне это нравится. Я вообще, ты знаешь, не прочь откусить несколько сантиметров по бокам. Я хочу постройнять, впрочем, как и вся страна. Даже мои самые стройные подруги всегда мне говорят: Оля, у меня тут жирочки. Я говорю, никаких жирочков. При мне даже этого не говорите. Друзья, как здорово, что есть такие платья, которые делают нас стройнее без диет. За счет чего, узнаем прямо сейчас. Ну что ж, конечно же, на первый взгляд бросается принт, который зрительно уменьшает ваши параметры. И мне очень нравится, что этот принт расположился в самой нужной зоне. Сама по себе ткань тоже играет важную роль. Очень важна в данном случае, Оля, плотность, мягкость и эластичность. Угу. И все эти три составляющие есть в нашем трикотажно-вискозном полотне. На сегодня трикотаж, пожалуй, самый лучший материал для пошива сезонной одежды. Ведь он обладает невероятной мягкостью, нежностью и, конечно же, защитит вас от прохлады. В свое время наши дизайнеры бренда SKS тоже закупали ткани на международных выставках, и поставки сейчас идут из-за границы. Поэтому такие ткани, а в данном случае это купонное полотно, порадуют вас не только качеством, но и утонченным стилем. Ты знаешь, мне очень нравится, что эти платья адаптированы к сезону. Но все-таки сейчас уже летнее платьице не наденешь, правда? Вот это платье, оно...
Ну, знаете, вот я бы не сказала, что оно слишком плотное. Оно плотное в меру. То есть оно приятное по ощущениям, но в то же время оно согревать нас точно будет. Не замерзнем. А еще мне очень нравится, как сидит платье на линии плеча. Вот многие женщины не любят длинный рукав. Здесь золотая середина. Рукав доходит практически до локтя. Что он дает? Он дает идеальную посадку. Вточные рукава корректируют линию верха. И, например, мои широкие плечи в таком платье Глори кажутся изящнее. Давайте еще раз посмотрим на принт. Вы видите, у наших девочек, у каждой, несмотря на различный тип фигуры, идеальная талия. Цветы, которые находятся в линии зоны талии, делают вашу фигуру на самом деле пропорциональной и приравнивают ее к песочным часам. Слушай, вот посмотри, такое ощущение, что меня сейчас наши цветы обнимают именно там, где это нужно, чтобы сделать мою талию. Ребята, у меня талия появилась. Из яблочки я превратилась в песочные часы. Это точно, как минимум. Я идеальная, я стройная. И вы это сможете, если вы успеете набрать номер телефона прямо сейчас. С самого утра делать такие выгодные покупки гораздо правильнее. Ведь все размеры в наличии, все цвета в наличии и цена с максимальной скидкой для вас. Итак, про размеры. Кстати, уже звонят, Оленька, и спрашивают нас. Многие женщины имеют нестандартные эти фигуры и, как правило, заблуждаются. Они не знают, какой размер им выбрать. Посмотрите на Женю. У Евгении и у Танюши сдвоенный размер. У Женечки верх 50 и бедра 48. В данном случае я посоветовала нашей Жене выбрать платье большего размера, то есть 50-го, чтобы в зоне бюста идеально платье подстроилось под параметры. Если у вас слишком широкие бедрышки или богатые вверх, ориентируйтесь на ваш больший размер. Мне очень нравится, что здесь, знаешь, можно руками руководить. А то бывают такие платья, в которых невозможно даже и ходить, и руками двигать, и вообще и дышать сложно. Давай сейчас вот расскажем про то, что здесь у нас все очень комфортно. А? Давайте посмотрим на зону проймы. Во-первых, мне очень нравится, что выточки, которые находятся на линии бюста, подчеркивают ваши формы. А то, что Оля говорила про свободу движений, вы видите сами. Ткань эластичная, мягкая и плотная. Она сядет на вашу фигуру и подстроится под ваши параметры благодаря эластичности. Посмотрите, это очень важно при посадке изделия. Важна не только посадка, но еще и качество. Вот, ты знаешь, когда говорят эластичная ткань, я сразу вспоминаю про область горловины, которая чаще всего деформируется после того, как надеваешь его несколько раз в платье. Ну что ж, давайте посмотрим сейчас на несколько моментов зоны горловины, которая часто выходит из строя, и женщины готовы и вынуждены расстаться с таким нарядом. Меня очень порадовало, что бренд SKS уделяет огромное внимание не только дорогим и статусным тканям, но еще и пошиву. Например, зона воротника. Обратите внимание, как она выполнена. Это двойная обтачка. На самом деле, Оля, двойная обтачка в два раза больше дает защиты нашему воротнику. Изнутри мы видим с вами флизелиновую ткань, которая является фундаментом и крепежом. И даже внутренняя сторона имеет хорошую обработку. Это окантовка зигзагообразными швами. Спинка тоже чуть-чуть углублена, это тоже двойная обтачка. И по всему периметру у нас с вами отлично держит форму платье Глори в зоне воротника. Ну вот оно качество, которое нам не стыдно вам показать. 2999 рублей. Цена только сегодня. Скидка максимальная 1600 рублей. Это цена за вашу стройность, это цена за вашу женственность. Неважно, какая погода за бортом. Друзья, смотрите, сегодня на нашем телеканале действует еще и удивительная акция. Если сегодня вы в свою корзинку положите платье Глория и другой любой товар на нашем телеканале, вы автоматически получите бесплатную доставку. Прекрасно. Прекрасно.